Один из моих любимых дачных ароматов – это аромат душистого табака. Вот он, посмотрите, красавец. Пахнет просто великолепно. Обычно я душистый табак сею где-то в марте-апреле на рассаду. И где-то в середине мая уже высаживаю непосредственно на грядочке, на клумбочке. Вот поэтому он такой вот большой, такой вот красивый. Ну, а пахнет душистый табак обычно где-то к вечеру, вечером. Обычно его сбрызнешь водичкой немножечко или перед дождичком, и все. И по всему саду великолепный аромат. Кстати, душистый табак – это родственник того самого табака, который курят. Только этот табак хороший.